голубая кровь, что ли? Я что, кастрированный осьминог, что ли? Тише, пусть, может быть, еще не пушистый. Нет, смотрите, вообще раньше дамы из высшего общества гордились своей бледной кожей и старались не попадать под солнечные лучи. Поэтому через их буквально просвечивающуюся кожу были видны синие прожилки вен, и казалось, что кровь у них голубая, а не красная, как у простолюдинов.